Украина начинает процедуру международного розыска главного редактора информационного агентства «Россия сегодня» и руководителя телеканала «Russia Today» Маргариты Симоньян, которая подозревается в поддержке военных действий в Украине. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Симоньян Маргарита Семеновна, ваш процессуальный статус в Украине, подозреваемое лицо. Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашел их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Говорится в сообщении Венедиктовой. Она также отметила, что украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления подозреваемой в международный розыск. «Вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину», подчеркнула генпрокурор. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.